Вот такие интересные наборы камней для оформления аквариума. Камень называется окаменелое дерево. То есть вы видите сбоку, действительно кажется, как будто такое обугленное, обожженное дерево с такими волокнами. Ну а сверху такой обычный как бы камень. То есть данные наборы продаются вот в таких коробках по 7 килограммов. И подходит для оформления, ну, где-то аквариумов, наверное, 30 и больше литров. Соответственно, все камни натуральные, и все наборы, они как бы разные. Но в любом случае туда входят какие-то большие камни и множество маленьких камушек для оформления. В принципе, если сильно ударить, то такой камешек можно расколоть. Вот так он помытый выглядит в аквариуме. Если кого-то заинтересовало, ссылка на данный набор будет под видео.